Всем привет, ребята, мы сегодня выходной, и мы сегодня с Камилой шараёбимся. Ребята, не хочу давать никакие комментарии по поводу Андрианы, вот, потому что опять, блядь, потом дедушка будет бредить, что я его забыть не могу и что я его вспоминаю. Я не вижу смысла записывать мне какие-то, блядь, ответы, я вопросов никаких не задавала это раз. Вот, во-вторых, ну, блядь, ну сколько можно уже, ну серьезно, то есть чувак уже прервался со всеми. Даже, блядь, со своими глазами. Только проблема в том, что у людей есть хотя бы варианты там съебнуть, а у его глаз, к сожалению, нету. Как-то так. Поэтому, ребята, не обращайте внимания на дегенератов, на долбоебов. Живите своей жизнью, живите здесь и сейчас, не живите в прошлом, и будет вам счастье. Всем любви, всем добра, всем позитива. Люблю вас. Хорошего дня. И не могу не сказать последнее, самое главное, что меня убило, что опаление, говорит чувак, который 95% своей жизни проводит в горизонтальном положении. Ебать ты, тигр! Короче, Камила вчера варила борщ и чуть не лишилась руки. Она ловила терку и в итоге покажи свою кисть. Мне даже страшно представить, Камиль, что будет, если я попрошу тебя сделать полноценный обед.